Итак, финалочка. Выведи из строя не менее одного полицейских джипов. В смысле? Всего лишь один джип вывести из строя? Вам не кажется, что это слишком легко? Один джип вывести из строя. На 8-м уровне полиции. 8-й уровень. А я думал, такое только в сказках бывает. Так. Их нет. О! Блин, опять не та кнопка. О, еще едут. Ай-яй-яй, было так близко. Мигалки исчезли. Ну да, там было заграждение. Новостной канал. Долой новостной канал. Подождите, это машины 4 уровня? На 8-м. Жаль, что его не убило. Ты особо не нарывайся, а то сейчас убью тебя еще. Он за мной едет вообще, не? Так, во, едут. Есть! Пора уходить. А сколько же машин здесь? В преследовании. Ой! Кто это? Тут Uber? 8-й уровень. Минус 2 машины. Вот нет индикатора, который показывает, сколько конкретно машин за тобой едет. Да я не врезался. Так, вторую машину я не хотел убивать. Ну, если подкрепление будет, значит их мало осталось. Ой, это ж надо было так проехать. Хотя ты мне помог. Наверное. Ой, карту было видно. Конечно, а второй поехал непонятно через что. Если мне удастся нагнать его, я его приторможу. Пока что отбой. Подкрепление прибыло. Объект потерял. Теперь их будет очень много. Попробуй еще уйди. Ай-яй-яй! Я был так близок.
Еще бы чуть-чуть. Теперь опять 40 машин или сколько их там. Опять, конечно же, не та кнопка. Они проехали, кстати. Но, естественно, очень быстро вернулись назад. Попробую еще слинять от них. Когда вы от меня отстанете? Я эту фразу ждал. Так, бегом отсюда. А, ну да, впереди один. И опять куча машин моментально здесь же. И гоняя с ними так бесконечно. Хорошо, хоть они тебя разбить не могут, как в хите. А то я представляю. Оу! Вот это мощь! Да-да, конечно. Вот сколько машин еще в запасе у них. И его не убило? Что за черт? За мной поедут, да? Конечно. Ну просто не было шансов скрыться от него. Хотя он уехал. Каким-то чудом. Внимание, прикрытие. По последним данным, код 6 двигался на юг. Да? Ага, вот он. Кто? Не было никого сзади. Как меня заметили? Опять заметили. Заскриптованные они, что ли, видят? И где ближайшее укрытие? Потому что на этой карте ни черта не видно. Что? Что? А, ну да, да. Это тупо заскриптовано. Ну как они меня видят? Никого нет сзади. Внимание. Поступила информация. И что мне делать? Стоять вот так? Немедленно отцепляйте этот район. Он не мог уйти далеко. Код 6 сохранен до особого распоряжения. Сейчас он развернется, поедет ко мне. Вон, укрытие так близко. Вы меня легко нашли. Тут я с вами согласен. И что он делает? Смотрите, даже не он один. Как только я отъеду, там сзади появится заграждение. А нет, спереди появилось. Я просто не могу отсюда выбраться. В какую сторону не поеду, везде будут копы. Смотрите. Еду назад. Сразу коп. Сразу. Еду обратно.
И там тоже копы. Короче, ладно, я уже почти закончил. Но это не сложно было. Сложно было только скрыться от них. А убить одного, точнее, один джип, это что, сложно? Что я получил? Набор аппликаций. Камо и штрих. Ну, такое себе, если честно. И теперь осталось только битву команд выиграть, но мы же уже выигрывали битву команд. Да, у нас будет Nissan 240SX, но блин. 33 километра, и это только бронза. Кошмар. Ну давайте уже добьем наконец-то эту погоню. Всего лишь 3 задания осталось. А там, по-моему, 30 километров это было через всю карту, да? В одном из заданий по контрольным точкам. Ну или толбутам, еще с мост вондета. Клей, грифон, которого я буду называть графон. Тут вроде бы даже был Ронни, только с одной N. Но он где-то потерялся. Да, Ронни, с одной буквой N. Это ящик с болтами? Жаль, здесь нет Сидоджи или Поттера. Это уже максималка. Как печально. Надеюсь, что последнее задание не будет 5 кругов по 30 километров каждый. Потому что я с ума сойду. Хотя если там будут давать нормальную машину, то почему бы и нет? На нормальных машинах гонять такое время — это одно удовольствие. Правда, походу я не так поехал. Но уже ладно. Короче, я уже забыл, что там было в сюжете, и это хорошо. Когда вернемся, погрузимся в сюжетку полностью. Будет как с Most Wanted, где я соскучился по бритве, а здесь по Дариусу. Хотя до Дариуса еще далеко. Надо же еще будет Кенджи пройти. Полностью весь район зачистить. Ну или захватить. Насколько они отстают? На 26 секунд ближайший. Что не так с этой гонкой? Все слишком жестко. Ну я понимаю, что легкий уровень сложности, но блин. У меня-то тоже не самая крутая тачка. Даже уже почти 30 секунд. Это я им просто вначале фору давал, а теперь решил подрубить свои читы. Ну вот видите, уже почти 4 минуты, круг еще не закончился. Та самая тема. Через всю карту ехать. Нам, конечно, соперники совершенно ничего не сделают, но как же это убивает время. Я думал, что в карбоне все сбалансировано. Но... тут тоже присутствуют такие задания. Битва команд, наверное, компенсирует то, что кольцевых гораздо меньше, чем в том же Most Wanted.
О, неужели? Через 4 минуты финиш. Точнее, финиш спустя 4 минуты. Но это только первый круг. Уже на 40 секунд отстает ближайший. Кошмар. У меня такого отрыва еще не было. Интересно, к концу гонки 100 будет, нет? А то как-то отрыв все увеличивается. Сорок шесть. Так-то уже почти 50. А я почти скорость вообще не теряю. Еду всегда почти на максималке. Поздравляю, ребята. Ближайший преследователь находится в 50 секундах от меня. Почти что на целую минуту отстает. Это я рванул, конечно. Но слегка бессмысленно. Зачем столько ехать, если я их настолько обгоняю? Ну прям настолько. Это ж издевательство. Уже вот видите, третий почти на минуту отстает. Сейчас это тоже будет. Ай-яй-яй, этого не стоило делать. Хотя, да. Итак. Он держится. Минута. Ребята, все соперники отстают от меня минимум на минуту. На целую минуту. Мост Вондати пишется вроде как в метрах, насколько они отстают, а здесь в минутах. Вы представляете, я могу целую минуту тупо стоять и ждать их. Целую минуту. Такого преимущества у меня еще не было нигде. Тем более без читов. Без какой-то там турбоскорости, да? Или без крутой тачки. Ну, короче, 100 не будет, потому что оно измеряется тут в минутах. Так-то оно уже больше минуты вышло. Какой же это позор, даже на легкой сложности. Просто видите мой уровень? Для меня они уже вообще ни о чем. Минута 10, это ближайший. А так их там 12, да? Восьмой отстает на минуту 40. И итоговый рекорд где-то минута 13. Это от топ-2. Карточка бронзы. Что за карточка бронзы? Серебро. Так, на Шевролете Камаро Концепте. Против опытных соперников. Ой, я не посмотрел, сколько там километров. Хотя, может быть, это и к лучшему.
Дьявол 66. Кто еще тут такой есть? Гюнтер, Томми. Лоубол. 5 кругов. Окей, а сколько по длительности круга? Стоп! Это тот самый остров. Ну как остров, город. Город, который находится за картой. И тут короткие круги, так что... Это только плюс. Покататься в месте, где... Где тебя не будет всю игру. Потому что... Это место находится за картой. Круто. Сначала мы здесь тренировались, а теперь уделываем опытных соперников. Первый круг за мной. Он идет минуту. Это хорошо. Интересно, что же будет за финальное задание. Это же вообще финал-финал. Блин, плохо прохожу этот участок дороги, но ничего. А, походу, последнее это, наверное, состязание с копами, нет? Может, я путаю что-то? Потому что, по идее, должна быть битва команд на золото. Но я помню, что у нас то ли задание здесь будет гоняться с копами, то ли что-то типа такого. Короче, посмотрим. Интересно. Круг номер 3. Поехали. Короче, я уже привык к карбону. Спустя эти сколько частей. Это я все за один раз записываю, если что. Как только начал проходить погоню, это было все с первого раза. Точнее, ну, не с первого раза, а... С одного дубля, да? Блин. Вся вот эта погоня, она была записана за один день, вот. Так правильнее сказать. Все это было в один день. И я уже... Приловчился ко всем этим машинам. Даже к таким капризным, как маслкары. Правда, корвет кроссовский я бы лучше вообще не брал. Это что это такое? Я даже не мог врубить замедление времени, оно не работало. Сейчас работает. А когда мне надо было, не работало. Просто у меня такое ощущение, что этот режим погони, он короче, чем в Most Wanted. Та серия соревнований, ну или состязаний. Я, конечно, проходил долго, но как-то это все в разы быстрее. Ощущается, по крайней мере. Последний круг. Да что? Естественно, у меня замедление не сработало. Ее просто заносит, и я ничего не могу с этим поделать. Хотя даже так, шансов у них нет. А почему этот остров... В итоге отдельный. Почему он не привязан к основной карте? За что его так вот вырезали и отделили? Почему именно на нем происходит обучение, а не в основном городе? Ух, прошли. Осталось одно задание. На золото. Карточка серебро. А, то есть там еще и отдельные такие карточки есть. Выиграй битву команд на кольцевой трассе шоссе 21 против сильных соперников.
И на какой машине? Koenigsegg CCX. Это, наверное, уникальная тачка. И приз еще и машина Jaguar. Кстати, я вот приз не посмотрел, что еще давалось в прошлых. Как-то даже не глянул. 23 километра. Это будет эпично. Но на такой тачке, возможно, даже гораздо проще, чем я думаю. Здесь есть соперник под никнеймом Пуля. Слушайте, мне она даже напоминает NFS Most Wanted 12. Там такие же тачки были. По типу такой машины. Придира. Ого. Хороший ник. Ну, 23 километра это не 33, да? Как минимум на 10 меньше. И всего лишь 2 круга, так что не так-то уж и долго. Ну, там все дружно врезались нормально. Кроме меня. Ну, хотя бы на уникальной машине покатаем. Бэха, конечно, тоже была, но как-то мало. Всего лишь в каньоне. Ой, блин. Вот даже на Корвете Кросса мы гоняли и против Бэхи в каньоне, и потом еще и дрифтили в городе. А на Бэхе только разок в каньоне поучаствовали в контрольной точке. Да что ж такое? Перед нами весь город. Какой же он красивый. Конечно, немножко надоедает то, что в карбоне только ночь. Но в Most Wanted, например, только день. Я вообще, кстати, даже не помню, в карбоне за всю эту погоню дождь был вообще? А то я его ни разу и не видел. Где финиш, черти? До сих пор нет. А, во. Финиш за 3 минуты. Отлично. Еще один круг. И, наконец-то, мы это пройдем. Как вспомню, сколько я тупил с копами в этом режиме погони. Так стыдно. Особенно слиться пару раз там, где я не должен был сливаться. Или на мусоровозе, да? Я вроде слился на нем разок. Ну или, по крайней мере, у меня были моменты, где могли реально задержать такую махину. Ой, блин. Перестарался. Но я думаю, что у этого
Крикета нет шансов. Против тяжелого танка, если вы понимаете, о чем я. У него тяжелый танк, так что смотри в оба. Он даже поворачивает нормально. Только вот я не помню, можно ли его купить в автосалоне. Потому что это зверь. Хотя, в принципе, судя по всему, в карбоне очень много крутых машин, которые можно было бы купить и почти без напряга победить Дариус. Но это же неинтересно. Вечно путаю, что у Дариуса не Audi R8, а Audi Le Mans Quattro, которая была прототипом для R8. Блин, он еще и под финиш вырываться вперед собрался. Есть! Последняя гонка за нами. С первого раза. Карточка, маленький автосалон и золото. Еще и Ягуар открыли. Ну что, я прошел все. Ой, это не надо смотреть. Да. Весь режим погони прошел. Теперь можно посмотреть на карточки. Ну, прилично открылось, кстати. Конечно, еще много нужно. Как минимум, нужно в карьере сделать много вещей. Но это уже потом. Так, статистика, да? Статистика. А, нет, 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 нет. Игровой процесс. Режим погони на 100%. Но здесь не пишется про заезды, поэтому я так понимаю, что они не учитываются, но мы посмотрим. Теперь нужно либо пройти заезды, либо вернуться в карьеру и проходить сюжетку вместе с вот этими карточками. В любом случае, на сегодня я закончу. Я уже дико устал проходить эти погони. Это вообще жесть. Еще раз напишите, что с этими заездами, нужно их проходить или нет. Потому что в следующий раз я либо буду их проходить, либо вернусь в сюжетку. Ну а пока что спасибо всем за просмотр. Это был Need for Speed Carbon на 100% и Dempsey. Всем пока!